Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас, говорите. А скажите, пожалуйста, у вас Сана свободна сейчас, нет? Только да, свободно один зал. Да, мы с другом подъедем тогда вот через часик примерно, где-то так, плюс-минус 10 минут. Ну, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. А скажи, пожалуйста, вот мы, ну, парни холостые, не женатые там, девчонки-то есть, если что? Ну, да, привет. Ага, хорошо, понял. Все, мы подъедем, наберем. Вот мы видим, приехали девочки в уют. Компанию сауна. Привет, привет. Заходите, девчонки, заходите. А сколько стоит? Час 3500 одна девушка. Понятно, все. Что, прикалываетесь, что ли? Нет. Девушки, здравствуйте. До свидания. Подождите. Подождите, девушки, девушки. Вопрос. Вы приехали сюда с какой целью? Скажите, пожалуйста. Просто, вот, здесь у вас то организован притон, да, я так понял, да? То есть вы вызываетесь проституток? Нет. Девушка, вы откуда вообще? Где проживаете-то? Девушки, советуем больше этим не заниматься. Сейчас девчонки побегут обратно. Вот они побежали. Побежали быстро. Вот, скорее всего, представители народного контроля уже представились. Так, номер у машины 191 СУН. До свидания. Здравствуйте, это из общественной организации «Народный контроль». Да. Мы сегодня приехали к вам на проверку. Обратили жителей жалобы, что здесь организован перитон рядом с детским лечебным учреждением. Ну вот, все на лицо. Приехали, заказали, назвали стоимость, поэтому как бы все комментарии излишни. У вас какая-то организация осуществляет деятельность? Регион, бизнес, консалтинг. Да. То есть вот понимаем, что идет прямое нарушение действующего законодательства, то есть нарушается 171 федеральный закон, статья 16, пункт 10. То есть реализация алкогольной продукции, в том числе слабой алкогольной продукции вблизи лечебных учреждений, в том числе детских, категорически запрещается. Расстояние буквально 5 метров. Плюс у вас еще идет нарушение уголовного законодательства, а именно 241 статья, часть 1, это организация содержания притона и занятия проституцией. Так, вот находимся в помещении сауны «Уют», заводская 27. Деятельность, согласно информации, осуществляет юридическое лицо ООО «Регион Бизнес Консалт». Значит, вот эта организация оказывает вот такие вот услуги. Во-первых, значит, общественники зафиксировали факт организации притона в этом помещении и зафиксирован факт реализации слабоалкогольной продукции в нарушении 171 федерального закона, а именно статья 16, пункт 10, где говорится о том, что реализация слабоалкогольной продукции, в том числе в местах расположения медицинских и лечебных учреждений, в том числе и детских, категорически запрещается. А здесь, получается, по этому адресу, прямо рядом с этим зданием, через буквально 5 метров, стоит детская поликлиника. Дополнительно сообщаем, что здесь также организован притон, то есть мы видим прекрасно, что здесь созданы все условия для этого, то есть вот есть кушетка, сауна, уют-компания. Получается, здесь улица Заводская, 27, буквально напротив данной сауны расположена детская поликлиника. То есть сюда ходят дети, подростки, и, соответственно, расстояние от данной сауны до этого детского и медицинского лечебного учреждения составляет, как мы видим, менее 100 метров.